В этом видео будем добавлять рекламный баннер в наше приложение. Итак, у нас вот главный экран приложения, и под нижней строкой букв мы добавим рекламный баннер. Для этого нам надо открыть Activity Main XML. И вот тут в самом низу, значит, под последней кнопкой Z у нас получается, да, ну под последней линией, будем добавлять рекламный баннер. Открываем Google, переходим. Google Developer. Developer. Так. Переходим по первой ссылочке. И вот тут, где у нас Product, выбираем AdMob. AdMob — это и есть реклама в мобильных приложениях. Тут есть выбор для Android, iOS, Unity, C++, Flutter и API рекламы в приложениях. Мы выбираем Android. И первый раздел «Начать». У меня он даже по умолчанию на русском языке. Можно вот выбрать «Switch to English». Ну, в принципе, неважно. Так, давайте оставим русский. Я думаю, вам так будет понятней. Так, прокручиваем вниз. Вот этот раздел мы можем пропустить. Он нам не нужен. А вот это вот копируем. «Dependencies». И вставляем его вот в «Gradle». На уровне приложения. То есть это вот здесь Gradle модуль app. Открыли. В самом низу у нас находятся все наши зависимости. То есть dependencies вставили вот этот. Play services ads. У меня версия 22.1.0. У вас может быть уже версия и поновее. После того как вставили. Так, вот это закроем. Так, если у вас тут появится кнопка синхронизировать, обязательно ее надавите, чтобы все обновления синхронизировались. Так, на этом этот файл можно закрыть. Теперь смотрим дальше. В файл манифеста, вот Android манифест, надо вставить вот этот вот код, который находится в теге манифест, в теге application. Так, вот это копируем. Открываем файл манифеста. Вот наш тег манифест, тест application. И давайте вот тут в самом низу вставим. Так, смотрите, вот тут у нас закомментирован код. Это, скажем так, ID нашего приложения. Вот это вот тестовое ID. Мы его копируем и заменяем на вот это, которое X-ами и Y-ками тут обозначено. В реальности это все вам надо будет заменить на свои реальные ID-шки. Пока мы пользуемся тестовыми. Так, это есть, можно закрыть. Так, возвращаемся на сайт. Так. Ну и все, дальше нам надо выбрать формат рекламы, который мы сейчас будем вставлять. Мы выбираем баннер, жмем начать. Так, значит, смотрите, и вот код, который надо вставить в main activity XML, ну либо в любую другую activity, где вы хотите, чтобы у вас показывалась реклама. Копируем. Возвращаемся в Android Studio и мы вставляем вот здесь, ниже Linear Layout. Вставляем. Так, и видим, да, сразу появилась реклама поверх наших кнопок. Тут смотрите, привязка по умолчанию идет по центру, видим, и внизу родителя. У нас также и кнопки выровнены по нижнему краю, поэтому вот это мы давайте скопируем. ID AdView, поднимемся на уровень кнопок, и вот это вот кнопки, где у нас выровнены по низу родителя, заменим на above ID, и вот это ставим то, что мы скопировали, над AdView, и видим, да, кнопки у нас будут располагаться над рекламой. Так, реклама, по-моему, у нас прижата к низу. Давайте добавим немного маржина.
Маржин 6 dp. Так, по-моему, отступ немного появился. Отлично. Так. Итак, это еще этих действий сделать недостаточно. Теперь возвращаемся на сайт. Смотрим, что надо сделать дальше. Так, это можно, когда программно добавить. Мы это пока пропускаем. Так, 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 так. Угу. Теперь смотрите, значит, в Java файл, который относится к Activity, где у вас находится реклама, надо вставить вот этот код. Первое, надо вот эту вот переменную нам скопировать. Копируем и вставляем в наш файл main activity java. Вот сюда давайте ее вставим. Сразу импортируем все классы, которые необходимо. Alt Enter. И теперь скопируем следующий код. Нам надо вот эти три строчки. А, почему три? Нет, извините, я запутался. Вот эти вот. Получается, после идет Activity Main. Копируем все, кроме последних двух скобочек. Так. Где у нас Activity Main? И вот сюда вставляем. Сразу импортируем все классы сочетанием клавиш Alt-Enter. Так. Импорт. Импорт. И импорт. Так, по-моему, все. Так, далее. Ну, это действие при клике на рекламу. Мы их пока пропустим. Вы это почитайте. Ну и вот еще размеры рекламных баннеров, да. Это можно и менять. Баннер, large banner, medium, full, smart. Это меняется где? Давайте я вам покажу. Add size. Вот это вот и есть размер баннер. Это размер 320 на 50. Давайте поставим, попробуем 320 на 100. Вот это скопируем и вставим вот сюда. Видим, да, как изменились. Ну, не знаю, большой баннер, наверное, тут будет лишним. Давайте оставим вот такой, который был. Так. Таблетки. Ну, тут это перевод, это для планшетов. Так, ну и давайте попробуем запустить наше приложение. Посмотрим, как оно работает. Так, запустился эмулятор. И сейчас посмотрим, добавилась у нас реклама или нет. Так, рекламу. Ага, видим, да? В общем, реклама, как всегда, отображается с задержкой. С первого раза видели, у меня ничего не отобразилось. Ну, я немного подождал некоторое время, она отобразилась. Поэтому, если вы повторили за мной все действия, но рекламы нет, попробуйте перегрузить эмулятор, и у вас реклама должна появиться. Так, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!